Всем привет! Кто помнит, в прошлом году, ровно год назад, Gold Gym устраивал праздник, но это больше не праздник, больше реклама. Но здесь все на халяву. Протеины, различная еда, мексиканская, итальянская, какая хочешь. И сейчас вы увидите опять не так, конечно, пафосно, круто, как в прошлом году. Машину не разыгрывают. В прошлом году девушка выиграла. Но сейчас вы все увидите сами. Сегодня еще будет подарок для всех девчонок российских. Мы снимем с американской спортсменкой Шэнди Ортис, представительницей компании. Она лицо этой компании, она покажет вам, расскажет сегодня, как она тренируется, как она питается. Мы вам это все покажем здесь же, вот в этом зале. А пока что здесь праздник, все ходят, пьют. Халява, как всегда, притягивает много людей. Протеинчики, предтреники, приворкаут формула, я думаю, многие из вас знают это. Очень-очень хорошая, популярная, известная штучка. Вкусные, да, кстати? Ага. Метрекс? Ага, Метрекс тоже. Метрекс? Да. Ага. Ну, одежда. Обратите внимание, одежда для... Это чисто женская фирма. Российская какая-то. Да, да. А там подальше сейчас будет еще... План питания. Смотри, паэлья какая. Всякие стельки. Стельки. Ортопедические. Вот одежда. Ортопедическая. Субинаторы. Да, да. Для девушек, для парней, держащие стопу. Носки интересные. Так, а здесь что? Здесь не знаю, что. Hello. Это косметика. Что это? Бижутерия. О, вот это надо попробовать. Это еда. Ну, как будто бы полезная еда. Hello. И это вот еще еда. Мы уже ели. Но не все. Неплохо. Да-да-да. А представляете, здесь еще сигары настоят. И шейкеры уже закончились. Как всегда, я тебе говорю. Обувь, джимбэк, сумка. Проси, сумка, прими. Ну, прямо. А это лечение в солях каких-то. Сразу смотри, красоту сделали. Это тоже что-то поддерживающее, правильно? Да, да. Сублимирующее. Это тоже косметика. Здесь можно записываться на процедуры. На какие-то... Здесь громче говори, уже не услышит никто. Да. Купальные костюмы. О, чипсы. Смотри, чипсы в бокамоле, да. А вот девчонки. Вот это еще интересно попробовать. Hello. Так, yes. Это с гольфового клуба. Ну да, где в прошлый раз? Да. Гольфовый клуб, который... Вот, напротив. Да. Электронный. Да. Вот это кафе Amazon. Это Дуна вкусная. Так, это благовоние у нас. Идемте за чипсами. Никак не получится. А это с Титаника. Музей Титаника. Титаник рекламирует. Да, вон там печеньки вкусненькие. Боулинг-клуб. И вот. Слушай, мохито. Макита.
себя? Да, я могу. Вот так вот ключи оставляют от машины, пока снимаются. Никто их не трогает. Ключи ты не хочешь, что ли? Сними. Вот моя любимая гуакамоле. 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 Очень вкусная, полезная штука. Полезная штука из авокадо. Шендиор. На многом так. Идемте. Это из авокадо. А вот смотрите, дядя какой интересный. А мы гуакамоле снимаем. И дядя снимаем. Да? А никак. Посмотри, какая это гламурная открывашка. Это зверево, наверное. Да. Смотрите, вино как пиво, но на самом деле это шампанское. Говорят, вкусное. Красоты, красоты. О, а здесь можно разыграть. Смотри, да? Мэри Кей. Yes. Давай, крути. Давай, крути. Посмотрим, что будет. Я невезучая. Мэри Кей. Давайте. 25 тоже хорошо. Заполнить надо, получишь, да? Я тоже покручу. Посмотрим, посмотрим. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. 30 тоже хорошо. Хорошо. А где-то здесь мы записались на бесплатный массаж. Да, вот там дальше. Да, вот там. Женская одежда.